В Орле продлят уникальную выставку Владимира Неделина. Автор нескольких монографий по древней архитектуре Орловского края, энциклопедии Кремлей и крепостей Московского государства, а также краеведческой литературы впервые представил широкому кругу зрителей свои полотна. На картинах крепости Москвы, Орла, Суздаля, Костромы, Галича, а также архитектурные образы давно исчезнувших русских городов. Выставка – результат 25-летней работы в Государственном архиве и археологической экспедиции. В Москве оставлялись? Нет, конечно. Ну, знаете, еще Юлий Цезарь говорил, что лучше быть первым провинцией, чем последнее время. Дорогое это удовольствие.